Всем привет, дорогие друзья! Это будет необычный выпуск. Дело в том, что мы путешествуем в основном по городам, но за время существования нашего проекта нас также приглашали в три очень таких ярких, знаковых, крупных места, но они не являются городами. Я говорю про поселок Прибрежный, Космодемьянского и Железнодорожный, поэтому мы решили объединить все эти населенные пункты в один мощнейший выпуск. Начнем с первого, самого ближайшего к нам. Это Прибрега, проект ОК Гуревск. Поехали! Чем отличается этот поселок от других вообще каких-то населенных пунктов? Что здесь интересного? Тишина, лес рядом там. А там за лесом пешком идешь, прогулка утром, карьер, озеро, залив. Что-то добавили бы? Что-то вот прям не хватает вам? Порядка нет. Видишь, вот какие дороги, вот тротуары, все дороги нужны. И там тоже везде вот такой бардак. Вот. Правда, сейчас повязкой ходим, но все равно. Кстати, там, вот вопрос тоже актуальный. Там, в Прибреге есть коронавирус? Я не слышал, честно. Самое главное. Какая-то папочка, мне кажется, вы там решаете, вообще заведуете делами Прибреги. Нет, я это коммуналку платил на почте. На почте все быстро делается? Да, там быстро. В Прибреге даже почта быстро работает. Смотрите. Да. Чудеса. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот со всей Калининградской области так. Все самую Прибрежку хвалят. То есть вы избранные? Да прижаловались насчет этой дороги вот тут. Так. Ну никто ничего не шевелится. А давайте вот и изберем управляющим вот. Вашего Шурина. Он грамотный человек. Как говорится, кто с папочкой, тот мэр. Да. Ну сейчас вы кайфуете, сейчас. Кайфуем на пенсии. Хватает пенсии вам? Хватает. Не, какая? Не делится с вами? Он чемкенскую получает, казахстанскую. Ну так он управляющий Прибреги. Да, прямо. Вот там бы мы поснимали, вот там вообще сколько бабок, падают бабки. Бабки падают здесь? Да. На карман? Только, кому-то на карман уже там, конечно, есть. Что здесь самое вообще интересное происходит в Прибреге? Да ни хера. Ни хера не происходит? Вообще нифига. Ну почему здесь? Здесь очень много и моих знакомых живут. На трубах все сидят, чили. Это да. Типа вместо скамеек, типа? Да, там все чисто подростки. Страшную тайну про Прибрегу давай самую. Если по вечерам, когда стемнеет, ходить на конечку, там всякие алкаши, вас могут пырнуть ножом. Конечка, да. Это имеется в виду... Да, конец там, света, там типа, они... там заканчивается, да, цивилизация. Там трубы заканчиваются. А часто тут вообще трубы горят у людей? Батины приколы. У тебя есть друзья? Да. Почему они сейчас не с тобой, здесь не гуляют? Ну, они просто твари. Как считаешь, вообще здесь умные люди живут в Прибреге? Нет? Давай это подтвердим. Давайте. А сколько пальцев у двуличного человека? 20. Не задумываясь просто сейчас. Ну, это у обычного 20, а у двуличного? 40. У человека есть легкие, знаешь, да? Да. Сколько легких у тяжелого человека? Если он тяжелый. Ну, у него больше или меньше легких, если он тяжелый? Как думаешь? Я думаю, что меньше. Меньше. Ну, он же тяжелый. Да. Поэтому, если у обычно два, то у тяжелого сколько человека? Один. Одно. Одно легкое. Одно легкое. Собака делает гав, кошка делает мяу, корова делает му, а как делает улитка? А как делает бич на трубах? Водку несите. Добрый день, телеканал Скутер ТВ. How much is the fish? Ну, тан-дан-дарадан, тан-тан-тан-дан-дарадан-тан-тан-тарадан, тан-тан-тарадан. How much is the fish? Do you speak English? Не don't. Ну, почти получилось, кстати. Нам сказали, что здесь сидят на трубах, но вы не сидите на трубе. Нет, я, видите, на корточках. Вы ломаете систему. Я немножечко податый. Не буду скрывать. На самом деле там и не видно, мне кажется, через экран. Зато, может, вас вирус не берет. А может быть. В Прибреге вообще есть коронавирус? Вы знаете, я вот... Не встречали коронавирус? Ну, вот посмотрите, мы же все без масок. Ну, у нас они все в карманах есть. Главное, чтобы в карманах было. Ну, и ну, в кармане, чтобы надо было. Хорошая какую-нибудь новость, чтобы прям все обзавидовали. Я поругался. Поругались с женой? Да. Я этому рад. Понял. Ну, и появилась официальная причина, можно пойти и поддать немного. Да. Какая-то техника есть, сидение на корточках? Ну вот, просто... Пробовали вставать? Вставать? Да. Или вы так сидите долго уже? Ну, уже часа, наверное, два. А, я думал, вот так уже типа лет 10 можете сидеть. Может, у вас цель встать на ноги? Отец родной, дай мне сигарету, а? Нет, я не курю. А вот твой приятель курит? А, он курит, Станя. Он, знаешь что, он похож на англичанина. Но вы чуть знаете английский, сказали. Do you speak English? Yes, I do. Ну, Прибрежный is the capital of. Is the capital of. Ну, открыли. Я люблю Прибрежный. I love you. Не меня, а Прибрежный.
I love для туристов. При Брежной сети. Приглашаем туристов сюда к нам. Не, так не скажу. А, welcome! Понял. Welcome. Все. Sit on the корточки. Все, спасибо вам огромное. Как вот этого? Он англичанин, он Джон. Я ж говорю, похож. Все, у Джона попросите сигарету? Ну, естественно, раз он Джон. Страшную тайну про прибрегу. Что-нибудь в детстве там вам... Расскажем. Да, что рассказывать? Маньяк здесь по лесу бегал. С дурки сбежавший. Вот, психиатрическая больница. То есть оттуда кто-то периодически сбегает? Очень часто, кстати. Да. А как определить сразу? Понятно, вот он оттуда или не оттуда? Какой-то есть контрольный вопрос? Никогда не было такого контрольного вопроса. Ты попробуй с психами пообщаться. А когда с психом общаешься, ты понимаешь его? Или бывает, что она тоже не понимаешь? Никогда Макс, я не понимаю, ты меня понимаешь? Пацаны, вы из какой палаты? Давайте сразу. Палата номер 6. Девчонки у вас есть, пацаны? Давайте по девчонкам мы говорим. Жена. Ты показал сбоку, такое ощущение, что мне факт показал. Я тоже подумал, что факт. Да. Ты спрашиваешь у, походу, 18-летнего человека. А вот теперь представимся. Меня зовут Максим, мне 36 лет. 36? Сколько тебе? Приезжайте в Прибрегу, здесь можно омолодиться. Выглядеть моложе здесь можно. Здесь можно жить. А если же жить здесь, а здесь нету как бы особо развития для жизни. Мои мечты всегда рушатся, когда я их строю. А моя жизнь идет под косяк, когда я что-то думаю. Мои мечты и мои планы, они никогда не сбудутся, потому что это закон кармы. С какой палаты, пацаны, сейчас падают? 13А. 36 лет, да он гонит по-любому, да? Ему же не 36 лет. Макс, я почему думал, что ты 38? Он Про поселок Прибрежный мы спрашиваем. Вы местный, Прибрежный? Руслан меня зовут. Ну, вопрос. Что вам здесь нравится больше всего в Прибреге? У вас, кстати, очень стильные очки. Думаешь? Вот смотри, сейчас тебе морду дам. У вас все хорошо, вы счастливы? Должно. Ты что счастливы? Вы улыбаетесь, блин. Надо улыбаться. Вот я тебе морду дал, а ты встал, ну ты улыбаешься. Мечта у вас есть какая-нибудь? Мечта? Да, мечтаете о чем-нибудь? Ой. Подожди, это снимается? Идиот. Все, мы едем снимать дальше, но и мы хотели сделать такое красивое перемещение по карте, как мы перемещаемся из одной точки в другую, но у меня, к сожалению, нет крутого монтажера, поэтому мы возьмем эту тему у Дудя. Всю жизнь живет здесь. Местная. О, нормально. Давай нам что-нибудь про Косму расскажи. Скорее всего, из-за того, что я долго здесь живу, ничего интересного такие не происходит. Давай какую-нибудь самую прикольную историю, которая с тобой происходила здесь за все это время. Девочка шла сзади меня и... Как бы прям при мне говорила про меня гадости. Ну, видишь, помирились, теперь вместе гуляете. Так это не она. Ну, вы считаете себя умными девчонками? Нет. Ну, что вы так сразу? Смотрите, не глупая и не умная. Сколько пальцев у двуличного человека, как вы думаете? 10. 10? 20. Не, у двуличного человека, у обычного 20. А, 40, наверное. Какая фигура в шахматах ходит буквой Г? Не знаю. Вспомни, какие там вообще фигуры есть, в принципе. Топовые. Слон. Конь. Слон, конь. Пешка. Звучат как прозвище в Косме, пацанов. Дама. Продолжите известную фразу. Пришел, увидел. И ушел. Ушел. В Косме обычно так, да? Пришел, увидел и уехал обратно в город. А в чем измеряется температура по шкале Цельсия? Я не знаю. Ладно, это сложный вопрос, согласен. Помню какую-нибудь самую интересную историю, которая здесь с тобой происходила? Ходила? От ментов на заброшенном заводе бегали. От копов убегали, можно сказать. Мы втроем убежали. Да. До кладбища. Твое самое любимое место в Косме, какое-нибудь фирменное место. Ну, кроме вот заброшенного. Там пивнушка есть. То есть можно пить пиво, убегать от ментов на кладбище тоже, да, в принципе, нормально. Можно найти чем отдохнуть, заняться. Отдохнуть, сходить, да. Слушай, как ты думаешь, вообще здесь умные люди живут в Косме? А как это проверить? Сколько пальцев у двуличного человека? На руках и на ногах? Или ну вот, вообще? В сумме. А какого пола? Ну, давай начнем с парней. 22, да. Наверное. Продолжи известную фразу. Пришел, увидел. Скушал. Какие буквы не используются на автомобильных номерах?
Г вроде, С, хотя я не знаю особо. Ну почему, как думаешь, почему они не используются? Не понравились кому-то? Буква Ж, допустим, тоже нет. В принципе, буквы Г и Ж могли бы быть, да, на космее по таким дорогам? Да. Во-первых, ты на позитиве, это уже радует, такую погоду. Ты тебя сейчас собьют нахрен. Мне еще оператор нужен. Расскажи нам про космут. Как обычно все происходит, как везде. Ничего нового не происходит. Все ходят какие-то загруженные обычно. Как надо быть веселее? Просто думать, что лучше для самого себя. Проводить время с тем, что для тебя лучше. Блин, ты по-любому тренер по личностному росту здесь в Косме, да? Тони Робинс из Космы. Расскажи три правила своей жизни. Уважать взрослых. Так. Уважать друзей. И уважать взрослых друзей. Да. А-а-а! Это мама звонит. Надо уважать, надо уважать. Я перезвоню. У меня... Не каждый день такое. Не каждый день такое, да. Давай ты сейчас что-нибудь, какой-нибудь трюк. Он просто троллит нас. Что вообще можно хорошего сказать про Космо? Улица Лужская, там находится школа, старые пятиэтажки. Транзитные грузовики ходят, там еще лежачие полицейские возле начальной школы. Они подпрыгивают, гремят, дом дрожит. А что нравится вам? Вот прям самое первое, что прям? Тишина, полигон. Полигон, ну тишина, когда грузовики не ходят, да. Вы сами чем вообще занимаетесь? Здесь Водитель. Да. Мы сейчас дойдем, да. Ну я на легковой машине. Какая-то интересная история здесь происходила с вами в Косме? По вечерам лучше не гулять, да. Да? Лучше не курить, если не хотите раздавать сигареты. Только закурил, как из-под земли вырастает. У вас, кстати, не будет сигарет? А, да пожалуйста. Полную силу. Мы просто не курим, но мы просто вылезли. Ну да. Там ваш коллега со штативом ходит, да? Да. Он просто со штативом ходит. Это из психбольницы сбежал человек. А, ну тут вроде нет. Прибрежки-то. Вы вообще из Космы? Нет. Что можете рассказать вот про это место? Вот мы приехали, такой самый элитный район, может быть. Да, это жилой комплекс. Вот строим жилой комплекс на Новгородской. Жилой комплекс «Новый город» называется. Я не слишком часто сейчас сказал. Сразу рекламу, да, делаете? Мы здесь ставим умные домофоны. Это жилой комплекс будущего. Вот что такое умный домофон? Это просто вы их так называете? Умный дом, умный домофон, умная Косма. Умный домофон, который может чуть больше, чем простой домофон. Он может с вами поздороваться, попрощаться, сказать, какая погода на улице. Показывает видео. Смешное интервью какое-нибудь можно сделать? Стоят камеры. Настолько в Косме, типа, обстановка такая криминальная, что домофон должен быть чуть поумнее, да, чтобы их не вскрывали. Я об этом не думал, но очень интересная идея. А есть сейчас возможность как-то? Он, типа, можем тыкнуть? Нас просто не... Вы здесь живете? Нет, я настраиваю сейчас. Если у собственника день рождения, да? Да. Значит, управляющая компания, у них есть все данные, знает об этом, может поставить звуковую дорожку и... С днем рождения поздравляю, желаю день за одним быть счастливее и ярче. Словно солнце за окном, точка, пожелаю я здоровья. Много смеха и тепла. Чтоб родные были ведоми, конечно же, добра. Ну, как-то неискренне было сказано, если честно. Как будто заученный текст был. Если, значит, собственник, злой неплательщик. И вот он приходит домой. Уважаемый житель, за вашей квартирой числится задолженность по квартплате. Просим оплатить. С уважением, ваша управляющая компания. Мне кажется, было бы намного действеннее, если это был бы голос Путина, говорил бы так. Даже у кого нет задолженности, все равно оплатили бы. Показывают детскую площадку, стоят камеры, и мамочки могут смотреть за своими детьми, чтобы с ними все было хорошо, чтобы ребенок не смотрит. Смотрите, вот как вот трубка, есть у домофон? Трубку так смотрит? Нет, через телефон. А, есть какое-то приложение? Да, приложение Sigmart называется. Блин, как будто уже рекламу делаем. Ладно, оставим потом. Договоримся потом. Все. Через умный домофон собственники могут получать оповещение о чрезвычайных ситуациях. Здесь вообще людей нет? Вот можно показать, что людей нет. Потому что умный домофон, он предупредил, что снимают два типа с камерами. Типа, не выходите из дома. Они посмотрели там, наверное, что типа, окей, Гурис, ну нахер, лучше дома посидим. У нас есть свой способ проверить, умный домофон или нет. Мы обычно задаем какие-то вопросы людям. Проверим, на самом деле, умный домофон или нет. Сколько пальцев у двуличного человека? Конечно же, 20. В чем измеряется температура по шкале Цельсия? Измеряются в градусах Цельсия. Ну и последнее. Давай прямо сейчас ты нас запустишь внутрь, мы обчистим одну хату и потом 50 на 50 делим. Так не пойдет. Я хочу 70 на 30. Все, да, друзья, это действительно умный домофон.
мы приехали не в город, а в поселок городского типа железнодорожный, который преображается в последнее время прям очень мощно. Дело в том, что нас с основания проекта зовут сюда. Мы говорили, ну мы ездим только по городам, не по поселкам. Но все-таки решились прям для вас, дорогие друзья. Мы находимся сегодня в Железке, продолжаем снимать выпуск. Как вам железнодорожный? Шикарный город. Ну что, прям сразу вам понравилось? Первое, что... Все, достопримечательности здешние. А давайте что-нибудь споем, что-нибудь классно. Молчи. Иди сюда, потому что... Гимн железнодорожного. Подожди. Как много песен ты знаешь, смотри. Внимание, внимание. Потомушка нужна. Мы на карантине, шашлык запретили. Мы на позитиве, гречка мартини. Мы на карантине, шашлык запретили. Я на позитиве, гречка мартини. Мы на карантине, шашлык запретили. Я на позитиве. Все, эта песня посвящалась Владу. Видите, тут Влад написано. Вы из железнодорожного? Нет, с города Болтрайона. Такой город есть. Конечно. Южный Централ. Это кто три самый моих самых охеренных друга. Запиши как-нибудь вот одним словом каждого своего друга. Вот он, одним словом. Охуенный механик. Ну, два слова, но... Ну, нормально. Да. Второй вот по центру. Второй охуенный механик. Уже три слова. Мы обычно проверяем людей на эрудицию и на знания. Говно вопрос сделаем. Сколько пальцев у двуличного человека? Ну, может, он вообще рептилоид, я хер его знает. Ну, сколько цифра нужна? Пусть будет полтинник, нахуй. Полтинник, короче. Нормально. У человека есть правое ухо, есть левое ухо. Какое еще ухо есть у человека? Среднее. Где оно находится? В душе. Душа тоже слышит. Собака делает гав, кошка делает мяу, корова делает му, а как делает улитка? Улитка — это вообще турбина. Свистит она. Это вы с Окей-Гурьевска, да? Я вас раскусил. Вот. Ах ты негодяй. Раскусил нас. Можно пару вопросов буквально про железнодорожный? Поселок железнодорожный когда-то был промышленный, 28 предприятий. Сейчас все загубилось. Ничего нету. Ну, вы зато не стоите на месте, вы работаете же. Давайте немножко прорекламируем ваш бизнес. Почему нет? Не надо никакого. Все и так все знают, да? Да, все и так все знают. Нормально. Машина ездит, если что. Ездит. Ездят, да. Хорошо. Говорят, что вы уволены. Батя уволен. Благодаря вам я его увольняю. Да, серьезно? Серьезно. Что тебе нравится в Железке? Можно делать, что хочешь. Ну, что хочешь? Сидел на лавочке. Так, что еще делал? Посидел на лавочке. На другой потом лавочке посидел. Да. А лавочек много? Да. В принципе, есть чем заняться весь день. Да. Ты их знаешь вообще? Да. Местные? Да. Будут они тупить на вопрос? Да, наверное. А нам нужно, чтобы тупили. Ну вот, тупить буду, наверное. Давай проверим. Все, спасибо тебе большое. Самое любимое твое место в Железке? Сквер. Сквер. Парк. Нельзя повторяться только. Сквер. В принципе, все место здесь, везде все красиво. Ты, наверное, дочь кого-то из администрации, да, поселка? Типа надо говорить правильно. Вы учитесь еще? Учимся. В чем ты прям вообще вот плаваешь? В какой предмет прям у тебя самый вот прям тебе вообще не дается? Не знаю, мне ничего не дается. Потом поступишь куда? В МВД. О, за нами приехали. Серьезно, за вами приехали? Да. Куда вы едете? На волейбол. На волейбол. А что за вами приехали и уехали что-то? Не стали вас звать? Тут как бы такая тема в Железке. Если не успел запрыгнуть на ходу в тачку, то никуда не уедешь. Почему МВД? Потому что я хочу... Из-за справедливости? Нет, я хочу связать свою жизнь с деятельностью в виде МВД. Если девчонки будут косячить, ты их будешь отмазывать потом? Нет. В смысле? Не поняла. Ты как будущий сотрудник МВД, как ты считаешь, нужно штрафовать за неношение маски? Да. Я не верю в это. Я не верю в то, что у нас сейчас какой-то вирус ходит. Не веришь, все. Да? Нет. Ну тогда надо в МВД идти. Короче, я буду президентом, я потом вас всех подниму. Люблю, да, все. Я вас засаживаю. Думайте головой. Все. Все. И вируса не существует? Нет. Все, думайте головой, вируса не существует. Что можно рассказать про этот поселок? Городского типа, между прочим. Работы нет, не нравится. Ну, мы там видели, тоже кто-то обувь продает. Там как раз уволили человека, только что освободилось место. А почему он городского типа? Да это был мэр тут у нас, короче. Видно, чтобы ему зарплату нормально платили. Он сделал просто... Я тебе серьезно отвечаю. Ну, чувствуется этот городской тип? Ну, как чувствуется? На рубль больше за свет платить? Только в городе. Да. Вы смогли бы стать мэром? Нет.
не удержались бы, воровали бы деньги, наверное. Тут своих бы... Да тут воровать-то нечего, по большому счету. Не так знаю. А кому, как не вам, это все вернуть? За вами а народ как, пойдет. Как, ну а как, да ну. Баллотируйтесь. Тут понаехали колбиты сейчас вот эти вот, знаешь, Киргизия, блядь, так. Казахстан. Да. Они как бы кучкуются вместе, вот они плов руками едят, знаешь, такая беда. Как здесь с дамами обстоят дела? Переведем в такое позитивное русло наш диалог. Мне как бы 50 лет, не додам, честно. Да ну, бросьте. У меня жена есть, в принципе. А, вот это уже ответ. С этого и надо было начинать. Жена, да? Красивая. Нормально. Мы подумали, что вы глава поселка. Глава тут у нас сейчас это, она как бы женщина. Красивая? Ее вот оставили, ну нормальная такая. Ну жена красивее все равно. Да по-любому. Что потом выложите, да? Ну вы вообще не планируете отсюда уезжать, переезжать? Ну а куда? В Казахстан куда-нибудь. Да ну? Ответочку сделать. А кто там, ну да. Есть борщ там рукой. Прям... Кстати, мы только что встретили ребят, которые говорят, мы не верим в вирус. Здесь в железнодорожке вообще верят в вирус? Я тоже не верю. Но здесь такого нету. Обращаемся ко всем зрителям, кто посмотрит. Если вы переживаете из-за вируса, приезжайте сюда, в Железке, в железнодорожном. Нету. Нет, да. Нету вируса. Нет. Здесь иммунитет. Выпуск подходит к концу. Уверенная поза, как меня научили в Прибреге. Ребята, тройная мощь сразу была. Косма, железнодорожный, Прибрега. Поэтому каждый пускай оставит 3 комментария к этому видео. Мы сразу попадем в топы. Все, это был проект ОК Гурьевск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. До новых встреч.